Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать на Пасху. Рисуем пасхальный кулич. Теперь рисуем глазурь, которая будет стекать с нашего пасхального куличка. Так вот. Теперь мы рисуем пасхального кролика. Затем мы рисуем углу лапки. Рисуем глазки. Меньше нарисуем. Другой. Носик. И ротик. Зайчик. Продолжаем рисовать. Как вы думаете, что я сейчас рисую? Сейчас увидите. Думаю, вы уже начинаете догадываться. Пальчик красивый.
Ah!